Я думаю. А йогурт, он же холодный? Да. Ну, хотя бы чуть-чуть. Я что, во-первых, с кофе пить. С горячим. Йогурт с кофе? Да. Он не свернется? Как? Я что, в него вливать буду кофе? Пахнет чем-то, по ничем не могу. И из-за чего его взяла, то типа есть еще стружка шоколада. Как же тяжело отлепить постоянно. Сейчас будет very beautiful. Это уже не beautiful. Теперь йогурт. У меня есть два варианта. Но я возьму вот этот вот. Возможно, сырочек. Еще не знаю, захочу его или нет. Он тоже типа готовится по-особенному. Сейчас покажу. Берем, значит, делаем вот так вот. Лучше это делать перед тем, как вы откроете упаковку. Лайфхаки просто, которые я приобрела в жизни. И делаем вот так вот. Isn't beautiful? Beautiful. Это я уже не пила около полугода, и это я не ела уже, наверное, года полтора или два. Я очень хочу попробовать. So, in this beautiful day, beautiful beginning day, beautiful beginning of the day. Okay, goodbye English, not today. В общем, сейчас я планирую, наверное, досмотреть реакцию Кузьмы и Антона Власова. Как раз поем йогурт. И с остатками кофе начну монтировать неделю влогов. Я не знаю, мне очень хочется, но я почему-то приехала в машину через окно и такая, типа, ты что делаешь, снимаешь, что ли? But I don't have an answer. How come I'm still thinking? Let's pretend to fall asleep now. When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. And stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we can stay at home or watch the sunset. But I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie? I can
Как подписчики смотрят меня, потому что им интересно, не потому что им сестра их скидывает. А, да, Яна должна появиться была в блоге. Сори! Заебись! Что? Погода? Да. Завтра? На сколько? Я, блядь, я забыла. Завтра будет 26 градусов. А дождь, снег, град? Не будет, ни дождя, ни снега. Ну все, значит, завтра мы идем кататься на скейтборде. Только не вставляй видео. Если нормально будет, я вставлю. Я уже видела. Ой, ты всегда так говоришь, а потом просто смиряешься. За этот день я смогла писать и сдать сочинение. Вроде бы это было годовое сочинение по зарубежному. В общем, последнее контрольное по зарубежке. Сделать около 5 или 6 тестовых домашних заданий. Выучить несколько уроков Talk to me in Korean, которые я уже записывала, просто практиковала их. И сейчас планирую потанцевать, скорее всего, выделю себе минут 15 для того, чтобы интенсивно постараться быстро выучить. Дальше Do or Die, если вы не видели, это было вроде бы в позапрошлом влоге, я не знаю, но здесь где-то будет плейлист, в описании будет плейлист недели влогов. Просто у меня очень... какая-то явная крипатура, у меня уже второй день болит все тело, это из-за того, что, наверное, за 20 минут прям очень сильно пыталась все выучить, и поэтому сейчас я буду 15 минут учить все, возможно, тоже быстро, но не так интенсивно, потому что я боюсь, что действительно, но я на следующий день просто не встану. Плюс сегодня себя чувствую как-то чуть-чуть устала, наверное, это из-за того, что я вчера легла поздновато опять, потому что нужно было достать украинский, и я уже очень сильно хотела спать, но пока доздала, пока привела себя в порядок, там, сходила в душ и так далее, уже был час ночи почти, пока уснула, соответственно, в общем, хочу сегодня лечь пораньше. Я уже ничего не помню, если честно. Ну, не так уж и плохо, только очень больно, конечно, ладно. Я заметила, что в этом моменте я не совсем правильно делаю руками. Все по-разному делают. В общем, я буду кушать. Супец, класс, суп, это круто. В общем, сегодня я прям вообще в каком-то очень плохом состоянии. Ну, то есть мне не то, чтобы не хочется что-то делать, я просто очень сильно уставшая, очень сильно хочу спать, как будто постоянно. Еще ход, как бы немножко начинаем монтаж. В общем, guys, мой день подходит уже к концу.
Точнее, он уже подошел к концу. Я не знаю, ложиться в 10 для меня это просто какие-то innovations, потому что никогда в жизни не ложусь в 10. Минимум, сколько могу лечь, это в 11. Я закончила половину блога. Просто там был видос с вокалом, и он был 17 минут, и чтобы вырезать из него буквально минуту того, что, возможно, было бы интересно послушать или интересно посмотреть, заняло около получаса, наверное, поэтому я смонтировала в общей сумме только 50% влога. И завтра его домонтирую и, наверное, сразу буду делать обложку, сразу буду делать описание и ставить его на расписание. Также нарисовала два стикера. Один to do, второй с облачками, просто такой миленький для каких-то надписей. Я их никуда не выгружаю. Возможно, когда-нибудь я, конечно, создам телеграм-канал, где буду делиться всякой музыкой, не знаю, возможно, какими-то прикольными фотками, я не знаю, что... I don't know. И, возможно, где буду кидать свои собственные стикеры. Блин, завтра последний день недели влогов, и под конец уже хочется снимать еще, хочется показывать больше. Возможно, я сделаю как-нибудь неделю именно учебы. То есть влогов, где я буду очень-очень много учиться, очень-очень много там работать, что-нибудь еще, я не знаю.